почему китайский язык так сложно изучать? Потому что имеет 4 интонации. Полегче вам объясняю, что хуй это серый цвет, серый, типа такой. Хуй, ага. А если хуй, то значит сожалеть. Ой, блин, к сожалению, я ошибся. Йоги-бакти. А если хуй, то значит возвращаться обратно. А если хуй, то значит уметь. Собирание, уметь. Два значения. То значит хуй. Четыре интонации.